Традиционно русский язык – это тот предмет, с которым справляются почти все учащиеся при сдаче единого государственного экзамена. Ведь для получения аттестата нужно набрать всего 24 балла. Для поступления в ВУЗ чуть больше – 36. Поэтому не сдавших даже проходной минимум можно насчитать единицы. Такие случаи крайне редки. И в этом году мы надеемся, что все успешно сдадут, что все уйдут с ощущением победы. Но русский язык всегда успешно сдавали. Этот предмет, он обязательным является и после 9 класса, и после 11. На него обращается много внимания, конечно, и результаты высокие. Вот если сравнивать, например, с математикой, как ни печально. Для Даны этот экзамен стал уже вторым. Первый сданный предмет – география. По русскому языку требуются высокие баллы, чтобы поступить в педагогический. Поэтому на подготовку ежедневно затрачивала не менее 1,5 часов. При этом на пробниках Дана получала довольно хороший результат – не менее 80 баллов. А у ее подруги Анастасии – 96. Обе начали готовиться с 10 класса. Ну, в 10 классе очень помог учитель русского языка. Вот. То есть с ней разбирали все, что нужно. В пробнике писала около 80 русский язык, вот, годовые тоже 5. Вот. Поэтому надеюсь, все будет хорошо. Ну, я в себе уверена. Пробники хорошо. Ну, какие примерно? 96. Вот, последний пробник был. А Азат уделил больше внимания точным наукам. По его словам, экзамен не представляется чем-то сложным, за исключением 16-го задания. 16-е задание с запятыми. Самое ужасное, я не знаю, как его делать. Надеюсь, все будет хорошо, я его постараюсь решить правильно. Я готовился только в 10 классе. В 11 я занимался физикой и математикой. И, на русский чуть-чуть подзабил. Но вот последние 2 дня я хорошо так готовился. И надеюсь, напишу нормально. Экзамен по русскому языку будет проходить еще и завтра. Работы будут проверяться в течение 10 дней. Также на этой неделе выпускников ждет аттестация по математике. Последний экзамен по информатике состоится 21 июня. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».